Сегодня у нас 30 октября, уже поздняя осень. Приехали в лес, в опенковое место, посмотрим, что тут есть. Вон тут уже какие-то старые опята, или что это? Прям при входе. Может, что-нибудь и найдем сегодня. Уже холодно так. Сегодня уже снег даже обещают, ближе к вечеру. Такая уже околозимняя погода. Пока что опята попадаются только такие, старые. Издали думал, что опята растут, а это, по-моему, не опята, что-то. Вон какие-то белые грибы. Еще один вот так вот на дереве красиво растут. Грибов сегодня как-то особо не попадается, зато есть вот такие вот интересные деревья. Березом поросла. Тоже гриб древесный, вон. Пока что только один опенок есть, старые попадаются в основном. Попалась гигантская серушка. Она настолько гигантская, что уж трава рядом вон побелела вся. Посмотрим. Я уже, наверное, капут. Ну да. Вся в червяках такая вот огромная. А опять что-то все нет и нет. О, вон она внутри вся развалилась. Ух ты, нифига себе, сколько клопов-то в ведре. Вообще жесть. Много их осенью расплодилось. Попался один опенок, один единственный. Вот он на березовом пне, который не видно. Растет вот здесь. Ага. Сверху хороший, переворачиваем. Уже все. Какой-то весь изъеденный. Немножко опоздали. Вот его семейство уже старое такое все. Коричневое он уже разлагается. Немножко не успели. Первый подберезовик сегодня попался. Опять нету. Зато вот растет тут такой один. Сосмотрим. О, тоже уже старый. С улитками он такой уже. Легкий даже по весу. Да, грибы уже потихонечку сходят. Глубокая осень. Уже начинаются зимние грибы. Ну вот на выходе попались серушки. Вот одна даже хорошая. Здесь вот старенькие вон пороси рядом растут. Перемешку. Еще одна вон здоровая. Вот. Хорошая, наверное, из них только вот это будет. Рядом с ними вон еще две штуки увидел только что. Вторая тоже порядочно выглядит. Опята сегодня только вот такие. Попалось еще немного серушек. Тут две. Здесь две. И вон тут. Вот такие вот уже старенькие тоже. Прям недалеко от входа. Вот дерево, не знаю, слышно будет или нет. Сверху где-то сидит там дятел и долбит прям, слышно. Стуки тут, вон еще дорога, правда. Даже если руку прислонить, прям чувствуешь. Не видно отсюда, где-то там наверху. А, вон он, наверное. На камеру. Да, вон он сидит. Так. Качество плохое, наверное, не видно будет. Долбит ветку. Не само дерево, а вот эту ветку долбит. Еще один околопорядочный гриб. Наверное, какой-нибудь козленок или масленок. Посмотрим. Ну да, козленок тоже он такой уже поеденный весь попался. Еще одно семейство опят, но, к сожалению, мы немножко опоздали. Такое было семейство большое. Еще один порядочный гриб, прямо вот сосновой веткой лежит рядом. Точнее, растет. Будем смотреть, что это такое. Похоже даже на белого. Так, смотрим. Ну да, это либо белый, или польский гриб. Так, у него вот это должно сидеть. Да, это, по-моему, польский гриб. Синеет шляпка.
Вот. Но они, кстати, в этом году редкие. О, как посинело сильно. Уже тоже изъеденный, старенький. Я бы сказал, даже почти почернело. Второй гриб в этом сезоне. Вот этот польский. Так их очень мало. Ну и напоследок сегодня попался вот такой редкий гриб. Это у нас зонтик. Такой он прям он, с руку размером. Я его, конечно же, заберу. Вроде так смотрится порядочно. Так, вот он какой. А ну-ка. О, ничего себе. Вот это гриб. Так, неспроста их зонтики называют. О, аж в кадр, блин, не влазит. Такой вот грибок. Порядочный, гигантский. Когда-то это были дождевики, раньше, теперь это все превратилось в дедушкин табак. Вот так вот нажимаем, наступаем, и разлетаются споры. Во. В следующем году, может, тут еще два раза больше вырастет. А вот этот зонтик даже в ведро, блин, не влазит. Вон какой огромный получился. Короче, зонтик оказался какой-то не зонтик, поэтому брать его не будем. Не знаю, конечно, какой-то запах у него странный. Так что пусть тут остается. Смотрите-ка, что нашел. Это у нас получается осенний строчок или сморчок один. Рядом растет второй. Вот он. Как лист такой. Вон они, прям как весной в мае такие собирали. Даже в апреле еще снег когда лежал. Вот они. О, какой.